20 минут уже сыграли команды в первом тайме 1-0. Впереди сборная Советского Союза. Гол на счету Добровольского. Протасов. Наш применяет активную защиту. Прессинг моментально атакует соперника уже на его половине поля у штрафной. И вот его гол Литовченко. Его коронный удар как раз результат вот этой игры, той тактики, которая избрана была перед, значит, на эту игру, так скажем. Потому что наши, скажем, потеряв мяч, тут же вступили за него в борьбу. Вот, отобрали, и пока обескураженный соперник разбирался, что к чему, последовал мощный удар Литовченко в дальний угол, и мяч в притирку, посмотрите, со штангой, чуть-чуть даже, знаете, как говорят футболисты, мяч с ноги свалился, а потому получился такой удар под названием «Сухой лист», ну, удар не берущийся, а в итоге...